В известном фильме «Офицеры» один из героев, командир погранотряда, борющегося с басмачами, произносит фразу, ставшую легендарной. «Есть такая профессия – родину защищать». Именно эту фразу ребята школы номер 25 выбрали темой фестиваля солдатской песни. Есть такая великая профессия – защищать свою родину. И судьбой дается всем мужчинам пройти этот этап. С детства нужно готовить себя к тому, что мирная жизнь нашей Родины в руках сильной половины нашего населения, в руках защитников, в руках мужчин. День защитника Отечества давно превратился во всенародный праздник, когда чествуют воинов армии и флота, мужчин и женщин, которые несли службу под знаменами наших вооруженных сил, напутствуют тех, кому вскоре предстоит встать в боевой строй. Ребята вместе со своими классными руководителями готовились к фестивалю, выбирали командира, песню, форму, учились строевым приемам. На концерте все участники старались донести до публики пронзительную патриотическую лирику. Сколько волнующих строк, знакомых и поражающих своей новизной прослушали притихшие зрители. Армия нужна стране, чтобы враг не лез извне, не пересекал границы, на людьми не мог глумиться. И поэтому все мы уважать ее должны. Наша армия сильна, нашей Родине верна. Для мужчин, коль доблесть есть, в ней служить и долг, и честь. К счастью, мы сейчас живем в мирное время. Ребята говорят, что все они готовы встать на защиту Родины. Ну а пока рассказывают о патриотизме, мужестве и отваге в песне. Все выше и выше и выше.